На канале интернет-магазина EME54 имеется уже множество обзоров на различные штабелеры, от полностью ручных до электрических самоходных моделей. Список действительно немалый. Уже входил даже ролик про маленький штабелер Thor PG с функциями в качестве мобильного подъемного стола. Сегодня в этом небольшом выпуске, можно так сказать, его собрат – гидравлический штабелер для рулонов Thor PF, а конкретно модель 4120R. Это штабелер, предназначенный для перемещения материалов в рулонах, подходит также для перемещения рулонов без втулки. Он также, как и PJ, легок в эксплуатации и перемещении, благодаря небольшому весу – около 80 кг. И, конечно же, колесам и роликам из полиуретана. Такой материал подходит для работ на производстве. Боится порезов, устойчив к воздействию масла, бензина и слабых кислот. Сами колеса укрыты защитной рамкой, и на каждом из них имеется тормозной механизм. Грузоподъемность всей серии составляет 400 кг, а вот высота подъема обозначается тремя вариантами – 0,87, 1,3 и 1,5 метра. Поднять необходимый рулонный груз на высоту поможет ножной рычаг, а спустить – специальный вентиль на гидроцилиндре, регулировка которого позволяет делать это очень плавно. Диаметр помещаемого рулона варьируется от 200 до 600 мм, а диаметр самого вальца составляет 76 мм. Мачта оцинкованная. Опорные направляющие и вилы покрыты антивандальной краской. Рабочий диапазон температур составляет от минус 20 до плюс 40 градусов, что позволяет ему быть полезным и на неотапливаемых складах. Thor PF – это незаменимый помощник для перемещения материала в рулонах. Маленький и несложный, а значит, не требующий постоянного сервиса. Если вас интересует выборка только штабелеров или, например, лебедок, воспользуйтесь специально созданными для этого плейлистами. Там все удобно поделено на рубрики. А мы прощаемся с вами до следующего выпуска.